Ну вот это вот те самые казанские девятиэтажки, вот ровно, по-моему, практически в таком жила моя бабушка. Я проводил свое детство вот в таком. Слушай, я все-таки этот голос постоянный, что маршрут перестроен. В этом, конечно, тоже все это отображается, весь символизм бытия. Вот. Чуваки дружелюбные. Понимаешь, вот какие лица, да? Эти люди не быдло. Они не набросятся на меня. Как говорится, ни за съемку, ни за что. Вообще на меня внимания не обратили. Даже обидно. Фух. Как мне смотреть на мир? Абсолютно не знаю. Абсолютно тебе в каждом видео говорю, что я абсолютно этого не знаю. Я абсолютно каждый новый день живу, вырывая его из небытия. Ну, ты понимаешь, вот это вот ровно как рядом с моей бабушкой. Только все окна были деревянные. Тут, видишь, почти все сменены. То ли им их поменяли в промышленных эти... А, слушай, Мак, мне кажется, что тут всем просто поменяли окна. Видимо, в ходе программы какой-то городской. Ну что ж, женщины очень довольны, очень любят пластиковые окна. А мне так подавай деревянные, потому что я к ним привык. Потому что они, видите ли, чувствительные, теплые. А мне, как говорится, как растить детей, как лучше обустроить дом, что называется, мне бы только пожить на всем готовом. Ладно, короче, это все. Через 50 метров поверните направо. Вот ты понимаешь, очень у меня ценный мой смартфон, на который я снимаю все свои видео, но мне сейчас хочется его разбить из-за этого навигатора. Я сейчас убавлю просто-напросто громкость. А, вот, слушай, смотри. Сейчас вот мы налево повернем, и там мы уже будем практически у цели. Даже не знаю, как, может быть. Да, вот здесь он хотел через дворы, чтобы я сократил. Ну ладно, и так нормально. Ладно, короче. Друг мой. Вот такая аллея для старика, у которого ничего впереди, кроме того света. И я ему даже отчасти завидую.